Фейерверки в коробке на полу, огнетушителей нет, а на документах отсутствует дата. Этот магазин на улице Горького специализируется на продаже сувениров. Однако в преддверии новогодних праздников предприниматель решил расширить ассортимент. Вывески не имеются, огнетушители на данном объекте тоже отсутствуют. Лицензии и сертификаты на данную продукцию тоже отсутствуют. Нарушителям грозит довольно солидный штраф от 5 до 100 тысяч рублей. Сумму определит суд. В центре внимания инспекции пожарная безопасность. Доступ к фейерверкам должен иметь только продавец. Обязательный пункт огнетушителей и уголок потребителя с информацией для покупателей. Этот магазин возле Южного рынка комиссия считает образцовым. Помещение полностью соответствует правилам пожарной безопасности. Оформлены специальные стенды и вывески. Приобретать пиротехнические изделия необходимо только в специализированных торговых точках. При покупке пиротехнических изделий необходимо обратить внимание на целостность упаковки, дату производства, срок годности, наличие русскоязычной инструкции по применению. Проверить срок годности фейерверков, а также увидеть сертификаты могут и покупатели. Продавец обязан предоставить копии документов. Если магазин не имеет разрешения на торговлю или не сертифицирован сам товар, это грубое нарушение. С жалобами на недобросовестных предпринимателей анапчане могут обратиться в управление торговли по телефону 20816. Ирина Меркурьева, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа регион.